Ну что, всем привет, дорогие друзья. Вот, с вами Зазепа, у нас тут Stalker Anomaly 1.5.2, Expedition 2.2.1. Кто захочет скачать и кто не знает даже как там установить, все находится в описании. Ссылка на моды, ссылка на видео, где вам расскажут, как установить этот мод. Там на 8-ю минуту мотайте, там будет инструкция. Вот. Приятного просмотра вам всем. Да и попьем водички. Все, хлебанул. Погнали теперь на болото. У нас небольшой перевес есть там. Вот. Тос я купил там за 50 косарей. 53, по-моему, 52, 52 тысячи. Купил я его для квеста. Деревня новичков, в которую мы пойдем потом. Нужно будет его сдать. Так, ну к тебе мы еще придем, да? Нам нужно к болотному доктору сходить. И у меня до сих пор сомнения, типа, как это я к нему не попал? Наверное, знаете как? Это вот когда я с напарником тут бегал. Вот. Этот придурок, короче, начал там выделываться на бандитов. И мне пришлось срочно бежать. И после чего, там из-за сейвов, у нас тут кровосиси обитают. Больше нету? Да, с перевесом тут даже, блин, на платформу не запрыгнешь. Давай свое сердце сюда. Че, по перевесу 49 кг, нифига себе. Ну это вот из-за вот этих вот вещей. Нужных мне по заданию. Ничего как бы не попишешь. Вот, придется топать понемногу, потихоньку. Так, ну только я тут, наверное, через болото потопаю. Потому что тут большое аномальное поле. Радиация в воде она не особо разъебывает. Так что можно спокойно пройти. Да? Не. Слушай, энергетик. Вот он, энергетик у нас есть. И сколько газиации хватаем? Вообще не хватаем ее даже. Что, просто по кайфу более быстро проходить эти места, эти болота. Я вот сейчас немного не понимаю, у нас музыка там нормально стоит? Нормально. Сейчас как-то немного, по-моему, звучало громковато. Тут в этом моде есть такая беда. Если будете устанавливать, ну, придется вам после каждой загрузки там, или спустя какое-то время, просто вот так открывать опции, звук. И если вам будет мешать точно так же, как и мне, просто вот ползунок ниже, ниже, ниже ставить. Я не знаю, почему оно не сейвит. Если кто знает, как это пофиксить, я жду ваши комментарии, вот, подсказки, потому что, ну, мне честно уже задолбало это делать. Так, вот, по-моему, эта дырка в заборе. Все, сейчас пройдем. Аккурат тут. Болотному доктору. Потом в обратном направлении там подстрелить одного надо будет. Уа! Этот перевес, блин, гребаный. Радиации так и не хватанули ни одной. Ни одной единички. Фу.
тяжко. Так, тут аномалия у нас. Давай-ка это болт возьму. Сейчас с болотным доктором поболтаю. Еще раз, походу, придется. В более, скажем так, ненапряженной обстановке. Здорово, Бобик. Лови болтик. Апорт. Слушай, давай я тебя доктору твоему отведу. Не хочет идти. Привет, мужик. Так, доктор, если я не ошибаюсь. Тош. Ну, все это мы читали когда-то. Короче, найди стрелка, можешь искать его там в подземельях агропрома. Там у него нычка, то есть, находится. Я думаю, кто играл в Сталкер, Тень Чернобыля, те знают, о чем я говорю. Кто не знает, кто такой Стрелок, я даже не знаю. Вот. Это типа главный персонаж Тени Чернобыля. Хотя, что я рассказываю? Наверняка вы знаете, да? Так, с доктором поговорил. Теперь надо с этим жмыхом разобраться. Ну что, потопали назад. Все еще болею немного. Сиди тут в заросли укропа, пробираюсь. Твой сейф. Ну, короче, да, я просто не поговорил с доктором. Стипнулась там, загрузился неудачно, может, не добежал там до него. Бежал спасать чувака по заданию. Дугня этого. Ой, теперь мучаюсь, блин, с перевесом, с перегрузом, а так бы уже, наверное, в деревне новичков был бы. Вот так вот. Ну все, выходим отсюда. Ну и потихоньку идем. Болтаем, разговариваем, наслаждаемся картинкой, музыкой. Блин, честно, не знаю, как завтра на работу выйду еще. Надеюсь, хуже не станет. Придется брать отпуск. Ну, как отпуск? Больничный придется брать. Похаваю, попью немного. Знаете, сейчас зима, на улице холодно. Неделя еще такая холодная, что, ну, на улице где-то там минус 3, минус 4. Особенно по ночам-то такое себе дело. Не работаю еще, блин, как назло в морозилке. На складе, блин, там. Где внутри почти как снаружи, блин. Хотя даже сейчас, наверное, внутри чуть теплее, чем снаружи. Я вот удивлен, блин, сколько я там уже месяцев 10 работаю, до сих пор так не заболеть. Только вот сейчас. Фух. Ну чё? Ну, пол локации прошли, это вот уже радует. Вот в прошлый раз, кстати, вот помните, кровососа заводили? Ну, все ждал, короче, блин, когда же он на меня, блин, выскочил? Знал же, что он где-то тут обитает. Ну вот, выскочил, наконец-то. Не в этот раз, как говорится, так следующий выскочил. Давай дальше погнали. Нечего тут задерживаться. Я сравню только маршрут. Не свалил ли тот чел? Не, он не свалил, он все еще там тусует. Это бандос там, наверное, сидит какой-то. Кстати, в чем я по нашивкам? 6 штук. Надо было, по-моему, то ли 8, то ли 10.
Давай пока это отдышимся и посмотрим. Кстати, поищем тайник, я не знаю. КМБ. Тоже там деревня новичков. Ну, типа квест, ну что, дадут, может, денежку какую-нибудь, награду. Или скажут, типа, оставь себе там. Может, там какой, я не знаю, кто сваляется, ну, продадим сразу. Тоже деньга будет, да? Да типа, блядь, еще с этим перевесом гребаным. Я бы еще, кстати, потом бы в деревне новичков посмотрел бы проводника, чтобы до бара добраться и скинуть нахрен этот ящик. Короче, у нас вот такой вот круг вот тут за пару серий выходит. В принципе, если там проводник, ну, тысяч, не знаю, 4-5 будет стоить, я думаю, я возьму, я соглашусь. Что, ну, это вездесущая вертушка, конечно же. Она хоть мутантов постреливала бы. Я вот все боюсь, что огонь по мне откроет. Потому что если я там начинаю пиздиться с военными какими-то, тут хрень на меня, короче, реагирует очень сильно. Слава богу, что она постоянно меня не достает, потому что у нас вроде уже был замес с военными. Она вроде успокоилась и целенаправленно там прям меня не выискивает. Но прикол в том, что мне еще надо будет на военную базу идти. Вот. И воевать с ними. Я вот не знаю, если я возьму этот Defense Car. Если эта вертушка в теории рядом будет. Мне же, наверное, придется ее подстрелить тоже. Посмотрим, короче. Потому что вроде как там в одной из серий пытался там что-то по ней стрелять. А, это, по-моему, вообще было в моем первом прохождении. Вот, по-моему, там два магазина или три в него высадил. И, по-моему, вообще без разницы было. Типа настолько живучая. Ну, как говорится, из чего узнаем, да? Главное это делать не в чистом поле, блин, чтобы хотя бы какое-нибудь здание, чтобы было, где место от него укрыться. Если даже не собьем ее, не знаю, сбежать. Слушай, короче, давай так. Если найдем проводника, я избавлюсь от перевеса, схожу на бар. Потом опять обратно в деревню новичков. Тоже через проводника. Так, ну мы тут вообще возле места нашего квеста, да? Это ж эта деревня, это эта деревня. Ну что, пошли решать вопросы. Это братки, короче. Вот и нет, братка. Что у тебя есть тут? Нашивку давай, свой журнал. Что это у тебя за волына? Это немецкий тут? Нет, это СТ-40. Давай, соединить глушитель. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Ну и все. С тебя все. Что у тебя было? Ну ты, наверное, тоже бомж какой-то там. Ну, смотри, такой бомж залутанный. Я патроны все эти, наверное, брать буду. Они нормально стоят. Сидорычу потом продам. Блин, ну 54 кг перевес. Ну это вообще, это никуда вообще не годится. Глок, что ли, взять? Я сейчас просто задолбаюсь идти. Ну да, я уже не могу даже тащить что-то.
Я хоть постреляю с этого глока. Все, пострелял. Я все равно не могу двигаться. Так могу, так тоже не могу. Па-па-пам. Па-па-пам. Вот так. Вот так уже, по крайней мере, могу двигаться. С перевесом, но доберемся, да? Давай, погнали на кордон. Че нам молодым, да? Так, тут же проход. Нет, не тут. Счастливее. Тут получается, да? Получается тут. Получается тут. Ух. Что по патронам, кстати, на мою пушку? Ну, боезапас еще годный. Из чего у Сидоровича, наверное, можно добрать. Так, и давай музыку потише опять сделаю. Что я вам и говорил. Каждый раз он придется с этим мучиться. Лишнее вот на ферме, наверное, продам. Все равно по дороге, да? Типа, чё бы и не зайти. На радиацию мне вообще пофигу. Не, смотри, его 5 хватанул, 7 уже. Костюм очень хороший, костюм еще держит. А чё бы я торговцу двинул бы? Части мутантов, наверное. Ну, молоток при ремонте, бонус ремонта плюс 5%. А я могу ствол свой починить? Сколько у него там уже? 91%, кстати, вот уже пора. Да? Да, пора. И чё? Нашивка военного. Все. Ну, как себя чувствуешь? 95%. Па-па-пам. Давай еще немного. Или негатовскую нашивку. Все. Я ж какую-нибудь ошибку чистого неба было бы неплохо использовать. Типа, кто бы мне дал заказ на чистое небо? Только ленигаты, наверное, да? Но я с ними не контачу, я с ними, по сути, воюю. Так что... Эти ошибки я могу спокойно так использовать. Для ремонта, типа... Ну, они мне без надобности. С кем стрелялись, пацаны? С кем стреляетесь? С мутантами, не? О, подожди. Я просто ноутбук захотел обновиться, через который идет запись АБС-а. Так, а с кем воюете, пацаны? Помочь может чем? Но они где-то там воюют. Кто по тебе работает? Братан, помочь могу? Это браток? Это браток. А чё ты тут делаешь? Браток, молоток. О, опять перегружен. Сколько ты весишь, молоток? Ну, бонус ремонта он дает, слышь, неплохой. Все, молоток вытянул, могу идти. Братан, а тебе тут сейчас столько ништяков принес, ты себе даже представить не можешь.
Давай патроны, вот это вот все забирай, вот это вот забирай, глушитель вот этот забирай. Пофиг, части мутантов, все это приходит, все это уходит, знаешь, такое себе дело. Вот это забирай, там молоток тоже забирай. Сейчас там подниму тот. Все, 9 косарей на базу сюда, короче, давай. Во! Что у тебя там есть? Патроны мои есть у тебя вообще? Нет, подожди, на переносимость. Плюс 15. Кочевник. А мой на сколько? Плюс 10. А если я тебе... Ты сколько ты стоишь? 60 тысяч. Снять? Нет, ты за него вообще фигню хочешь. Ну уж нет, братан. Так дела не делаются. Чем тебе помочь? Да знать бы чем. У тебя есть еще одна такая фигня? У тебя есть она. Давай сюда. Я иногда свой костюм люблю подремонтировать. Если что еще понадобится, заходи. Крепкий энергетик, кофеин. Бобы чили. Вот сейчас я их, короче, захаваю, ваши бобы чили. Нет, давай сначала батон старый съем. Последний там. Пить он вроде пока не хочет. Где там молоток я выкидывал? Перегруз опять. Ну давай продам уже опять молоток этот тебе. На, забирай молоток. 29 рубасиков. Как много. Я даже не знаю, что тебе еще продать. Сишки лишние. Они особо и не весили. Ну, кофеинчик. Тоже не весит особо. О, вот это давай. Все, 44 кг. Минус 2 лишних. Все, давай, погнали отсюда. Нам еще к Сидорычу идти. Ну как вы тут допустили бандита? Я не знаю, который вам там стрелял по вам. Для меня это остается загадкой. Патронов не особо. Ни мало и немного, я бы сказал бы так. Это баланс с моим весом сейчас. То, что я тяну на себе. Давай, не кряхти, у тебя еще два лишних КГ есть. Ну ладно, там один, один и два. Один и два лишних КГ у тебя есть. Котик. Котик. Ты же один котик был? Не он с другом котиком. Давай-ка лапки сюда свои. Надо стоимость патронов отбивать. Что теперь по весу 45. Ну, надеюсь, стоимость боеприпасов хоть немного окупится из-за этого. Но мне просто тупо веса не хватит, если я там буду носить какой-нибудь, я не знаю. Еще какой-нибудь дополнительный ствол. Типа, понятное дело, что я сейчас на тост таскаю, но я его сейчас дам, блин, в этой деревне. У меня еще уменьшится вес. Мне казалось, там кто-то топал. Сволочь! Вот и все. Вот и закончилась наша история, да? Ну, вроде тут я недалеко сохранялся, так что. Так что все будет, я надеюсь, хорошо.
Так вы где там? Нехороший вы кот, блин. Все? Больше никого, кроме музыки громкой? Больше никого. Че, кабаны, не ожидали, блин, что я вас тут уже срезать могу? О, а был бы у меня еще рюкзак охотничий. Блин, а меня хватек пустили. Не пустили хватек. А патронов много сожрало? Ну, где-то магазин съело. Здорово, пацаны. Так, вот сейчас момент истины. Так, пару вопросов. Так, Тос, где найти работу? С охотничьим прицелом, где-то здесь в зоне, мол, повидал уже это самую настоящую жизнь. Давай! И патроны к нему, да? Ну, и что теперь? А сколько тебе патронов, подожди, надо на него? Еще патроны принести. И патроны к нему. Не видишь, я занята. Крисе 20 штук. Брось таращиться на меня. Так кому ты нужна, блин? 20 штук тебе патронов, да, еще притащить. Ну, сейчас к Сидорычу схожу. Ой-ой-ой, что-то у меня там запустилось. Это ж не повлияет никак на мою запись. Вроде не должно. Это обновление драйверов запустилось, типа поиск драйверов на ноуте. Что притащил? Здорово, Сидорыч. Так, я выполнил задание, еще десятку на базу. Апа-па-па-па-па-пам. Есть патроны нужные мне? Так, вот эти, да? ЕРП, МДЖ. Кстати, ассортиментик, я смотрю, у тебя тут обновился, так обновился. Так, похавать у меня есть, вон там бобы. Только бобы, да? Кстати, да, вот только бобы, что вижу. Старое мясо возьму. Аптечек медицины мне хватает. Забегай вот это вот все ненужное непотребство. Охотнику это сейчас все не попру. Продать. Что по весу 46. А, так, слушай. Я бы вместо вот этой вот хрени, которую я тебе продам, купил бы вот эту хрень на переносимый вес. Да, да, 7000. Вот то, что мне надо сейчас. Все, 49 кг могу таскать. Так. Там видео, блядь, нормально записывается. Я понять не могу, блин. Драйвер-апдейтером. Так, закрыть программу. Надо его нахрен вообще из автозапуска убрать. А, дроп, слышишь, дроп у тебя есть? Да, запись все там вроде нормально идет. Есть что-то стоящее. Так. ТПС вроде тоже нормально. Что там, ЦПУшку просто загрузила? Я боялся. Немного. Так, что интересует? Извиняюсь. 20 дроби тебе, да? Все. Дробь есть. Ну, короче, в общей сумме она мне где-то, ну, минимум 54 косаря должна.
Давай, сколько выдашь мне? И что? Что надо? Вот твое великолепное ружье. 100 зубов. 5,25 всего номер просто. Вот так. Насчет этого, как бы полегче сказать, клиента шкуры вон вылез, чтобы сафари тут устроить. Тогда причем в прямом смысле этих слов сталкеры случайные фотки показывали, то еще зрелище, я тебе скажу. И что теперь? По сути, у него каких-либо навыков выживания было превзойдено лишь отсутствием какой-либо осмотрительности. Не видишь, я занята. То есть ты мне, блять, выдала вот так? Неизвестно. Ну, вот, кстати, я все в размерах. Я тебе часом не найдется банки рыбных консервов. Брось таращиться. В семье останки. Бабонька, ты знаешь, иди ты своим склоном куда подальше. То есть подожди, я 50 косарей просто потратил. А, у БК кочевник, охотничий нож, охотничий рюкзак. Ну, и что теперь? Так, подожди, что теперь, блядь? Дай посмотреть. Список заданий. Брось таращиться на меня. Страйкер. Так, нет, слон, на всякий выжигатель мозг, ковбой. Чего, блядь? Не подожди. Ты мне костюм выдала, да? Кочевник. Ну, кстати, подожди-ка. Слушайте, мужики. Брось таращиться на меня. Да не нужна ты мне вообще. Ну, кстати, этот костюм, он, по-моему, он подороже стоит. Вот, по-моему, там 70-ку, так что я в плюсе. Не видишь, я занята. Сейчас еще свой продам. Ой, рюкзак получил охотничий. Да, наверное, я продам свой костюм, пойду. Ну, короче, вроде выгодно получилось. 20-ку, да какую, 30-ку даже заработал наверх. Костюм этот я все равно хотел покупать. Вернулся. Что интересует? О, держи. Охотничий нож. Так, слушай, не, я хотел бы дерьмово тебе продать. Братан, ты... Так. Ну, типа, мне так, два ножа рисует? Смысла нету таскать. Все, по весу у нас отлично, патроны есть. Что-то маска получше моей будет. Получше будет. Может еще и маску обновить себе. А это? Ну это чисто боевой шлем, да? А что лучше? Плюс 15 дает радиозащиты. Плюс 17. Пси-защита 25. Ну, тут в плане других, вот, пси-защиту вот получше. Ладно, давай, возьму его на пробу. Пофигу, деньги были. Вот так вот. Удачи. Спасибо. Так, по квестам. Поискать тайник тут. Я даже не знаю, там, скорее всего, где-то на крыше запреныкал его. Я сейчас быстренько гляну вот здесь, вот в этом здании. И если не найду, то... Слушаю тебя. Даже, может, даже и париться не буду с этим квестом. Давай, пролезь уже сюда. Ну, батареечку ты нашел, ладно. Так. Давай-ка здесь пройду. Я просто не вспомню, где тут всякие тайники в сталкере лежат при деревне новичков. Блин, не допрыгнул.
Короче, перемахнуть надо с этого здания на то. И там посмотреть. Вот так вот. Давай сейф тут. Тут ничего не лежит, нет? Никакого тайника. А если я сюда пролезу? Ну, тоже ничего нету. Ну тогда я даже не знаю, где этот тайник искать тут. Все, ладно, давайте, ребят. Все, сохраняюсь, короче. Мы в плюсе, тос отдали, перегруз сняли, получили костюмы, то, что хотели. Все, до встречи в следующей серии. Всем пока.